Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня я вам расскажу, как приучить ребенка к продукту, который он не полюбил с детства. Конечно же, все эти продукты надо приучать ребенка соответственно с детства. То есть, допустим, вот маленькая история. Допустим, у меня папа очень сильно не любит лук. Лук именно вот жареный, вареный. Вот он как-то с детства. Ну, его, видимо, может, не особо пытались приучить, не знаю. И вот сейчас он взрослый уже мужчина, он его продолжает, не любит. У меня, допустим, ребенок не полюбил картошку. Ну, представляете, да, картошка, то есть это такой продукт, который используется абсолютно везде. Там в супе, там еще куда-то его, там пюре картофельное, да, там еще куда-то там его добавляют. То есть, ну, суп, ну как суп приготовить без картошки? Ну, уже не то, да, то есть картошка это еда русского человека. Без нее никуда. И в какой-то момент, ему, наверное, было годика 1,5-2 где-то, я сейчас не помню уже. Вот, я просто начала его кормить этой картошкой каждый день. Сначала он не хотел есть, он отказывался. Он как-то постепенно эту картошку начал распробовать. И в какой-то момент распробовал. Вот, она как-то ему даже начала нравиться. Потом нужно, знаете, еще правильно ее подать, правильно ее приготовить. Если вы дадите просто там сухую картофельную, да, он не будет ее есть. А если вот я делаю, знаете, отвариваю ее в мундире, потом с маслицем добавляю, зеленый лучок, соль, все это перемешиваешь, и прям вообще вот так обалдел. Он просто ее прям вообще обожает в таком виде. Вот. Ну, сейчас вот ему 4,5 года, да, но как-то он ее не очень любит. Ну, все равно, как бы, ну, все равно чувствуется, что она как-то ему не очень как-то нравится. Вот что-то в ней есть такое, что ему не нравится. Вот как-то так. Но тем не менее, он ее все равно не отбирает, он ее ест. То есть, получается, делаем мы с вами вывод, да, чтобы приучить ребенка к определенному продукту, который ему не нравится, нужно просто давать, да, чтобы он распробовал. Ну, например, вспомните, когда вы попробовали первый раз оливки, маслины, арбуз. Вам же не понравилось? Особенно оливки, маслины, вы, наверное, сказали. Что такое гадость, какая, фу. Да, вы попробовали снова. Ну, вроде бы, в принципе, что-то такое, вроде бы вкусно, да? То есть вы подумали, ну, вроде вкусно, и потом привыкли и начали покупать. Правильно? То есть вот тут получается точно такая же вот ситуация. Все-таки нужно, я думаю, ребенка приучать. Допустим, у моей сестры дочка не любит яйца. Блин, вот опять же получается, понимаете, яйца. Эти яйца добавляешь везде, в блины добавляешь, просто яичко, яичница, я не знаю, там, то есть, блин, они опять же везде, но она прям просто выплевывала эти яйца, вот, ну, ее не станет приучать, как бы, ну, не хочет ребенка, не хочет, ну, и ладно, вот, сейчас ей там уже 3,5, она до сих пор не ест яйца, то есть, ну, я подумала, что нет, я не хочу, чтобы у меня так вот ребенок что-то не ел, какой-то продукт, мне начинает это быть сложнее. То есть, как-то, ну, представляете, допустим, у вас муж не ест супы. То есть, и вы начинаете думать, блин, что приготовить? Или там мясо не ест, например, там, опять, что приготовить там? Ну, как-то это сложно становится. Я люблю, когда все достаточно легко. Придумал, да, приготовлю вот это. Хоп, приготовил, и все его съели. Все супер. То есть, ну, не знаю, так проще. Вот, напишите свои советы внизу. Как было у вас. Может быть, конечно, со временем он опять не полюбит эту картошку. Вот. Не знаю, посмотрим. Ну, ему, в принципе, нравится моя кухня, именно вот моя кухня и моей мамы. И кухня, допустим, как готовит моя свекровь, ему не нравится вообще. У них он практически голодает, практически ничего не ест. Вот. Ну, не нравится ему. А вот именно вот моя, какое-то вот что-то особенное, что-то такое вкусное ему нравится. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои советы. И всем пока-пока.